Всем привет, друзья! Это Ильюха, это Данек, и это рубрика «Кто круче?». Сегодня Ильюха и Даня зарубятся в переднем висе, в выходах силой и подтягивании на одной руке. Как думаете, кто выиграет? Мы посмотрим. На кого ставки? Как всегда, дружба. Да, давайте начнем. Сейчас будем разыгрывать. У кого длинная палочка, кто-то выбирает, кто будет первым. Тяни. Выбирай. Так, ну, значит, я буду делать первый. Друзья, я, когда Данек повиснет вот в переднем висе, тогда я включаю время, и пойдет таймер. Давай, Данек. На раз, два, три. Ты поднимаешься до этого положения, я включаю таймер. Раз, два, три. Десять секунд, ребят. Ну что, Илья, готов? Готов. Давай, раз, два, три. Давай, больше 10 надо сделать. Давай, тащи. Вообще не могу. 6 секунд, ребят. Ну что, друзья, следующее упражнение – это подтягивание на одной руке. Раз. Два. Давай. Тащи. Давай. Почти. Два. Раз. Два. Три. Хорош! 1-1. Сейчас будет интрижка, ребят. Это выходы силой. Посмотрим, кто больше сделает. Да, тот и выиграл. Ну что, друзья, это финал. Третье упражнение. Ребята сейчас разыграют на камстрик. Кто выиграет, тот и делает, да? Или наоборот? Ну, типа того, да? Да. Без разницы. Вот. А потом мы сделаем просто элементики. Если, например, Илья делает какой-то элемент, а Даня не повторяет, то Даня проигрывает. Итак, несколько элементов сделаем. Кто выиграет, тот красавчик. Давайте, пацаны. Раз, два, три. Оп. Понеслась. Давай чистыми только ходи, да? Посредить говорит. Три. Четыре. Четырнадцать, давай. 14 раз, ребят. Нормально. И, короче, вы смотрите, они прямые, четкие были, либо нет, это решаете вы. Кто выиграл, решите в комментариях. Да, решайте в комментариях. Раз. Два. Взрывные какие хорошие идут. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Давай. 13. Хорошо. Еще один давай. 14. Давай еще. Давай! Ничья получается! 14-14. Но опять же, вы смотрите, у кого они чище были, тот, возможно, и выиграл. Но по-нашему ничья пока что. Ну что, друзья, теперь они будут делать элементы, тоже разыгрывать на камстрик. Кто первый, ну, кто выиграл, тот выбирает свой элемент, делает. Если, например, другой не сделал, то в этом элементе побеждает тот, кто сделал. Итак, ну, наверное, 4, да, где-нибудь сделаем? 3, наверное. Элементик. Ну, 3 нормально, 4. Как раз. Давайте. 3. Угу. Нечестно. Данек первый. Да, шучу. Выбирай. Так, сейчас я буду делать выход на кольцах. И с выхода я перейду в крест. По крайней мере, постараюсь. Сейчас. Давай.
что, повторяем эту дичь. Получается. Как же просто. И довольно качественный. Да, кстати. Еще разочек. Друзья, пока что опять ничья. Следующий элемент делает Илья. Сейчас будем пробовать стоечку, как я и говорил. Только отойди немножечко. Да нет. Ладно, а попробуем. Он в горизонт пошел. Да. Не по программе, а сейчас горизонт в стойку выйдет, я так понял. Сейчас я что-то попробую. Что-то мне не приятно. Ты сильно и еще сильнее себя. Глубже уходи туда, вообще глубоко уходи. Я пробовал, у меня кое-как тогда получалось. Это очень сложно будет. Я раньше через нее выходил, кстати. Не выключай, погоди. Чисто лютый элемент, очень давно его не делал. Просто попробую. Блин, нихера. Ну, давай. Но все равно практически. Давай. Блин, не хватает немножко сил. В общем, дорогие друзья, сейчас я буду делать крутилку на вот этих вот частях. И сразу перейду 180 с раскачки. Ну что, друзья, вот такие вот результаты получились. Илюха выиграл, поздравляю тебя. Спасибо, пацаны. Тебя тоже поздравляю. Красавчик, мощный парень. Участвовал, держи пятерик. Вот, подписывайтесь на ребят, ссылки будут в описании. Данек для своего возраста, тебе 15, да? Да. Для 15 лет просто машина. Поэтому давайте, спасибо за внимание, пока.